Привет, да, Элька, я сегодня должна была с тобой встретиться, но здесь оказалась такая аварийная ситуация, посекла труба, и я не могла приехать. Надеюсь, что в следующий раз мы с тобой увидимся. А вот смотри, твои братишки и твоя сестренка. Вот видишь, какая штучка интересная? Вот там можно прыгать. Это батут. Батут, да. Мы тебя ждем, когда ты приедешь, будем все вместе прыгать. Хорошо, Элечка? Ну, ребятишки, скажите, Элечка, привет, приезжай. Привет, приезжай. Приезжай, Элечка. Приезжай, Элечка.